Все, ребят, мы только что вышли из больницы, сдали анализы. И, кстати, понедельник и вторник выходной, она сказала. Да. Значит, магазины будут тоже закрыты? Скорее всего. Тогда нам точно надо. Да. Магазин. В общем, мы сейчас отправляемся в магазин. Чувствуем мы себя все хорошо. Какое-то лечение пошло нам всем на пользу. Мы уже уселись в машину, едем. В общем, ребят, мы же не рассказывали. Мы в среду поехали снова в больницу на прием к врачу. Нас послушали, посмотрели, сказали, что с легкими, у меня, по крайней мере, у меня был кашель. Все хорошо, немного красное горло. Тесты повторные отрицательные, то есть у нас был не ковид, а, как сказал врач, что мы подцепили какой-то вирус какой-то там. Вот, и много пить. И воды нужно, как бы не перегружаться физически, не переутомляться, ну и все, на этом все. И мне, так как я кормлю грудью, он говорит, я тебе не могу выписать чего-то, что-то сверхъестественное. Там один сироп он мне выписал, чтобы смягчить кашель. Один раз в день его нужно пить, кстати. Я сегодня еще не выпила, надо его выпить. Вот. То же самое у Вани. Тоже все, в принципе, сошло на нет. Ему сироп от отхаркивания. В общем, от мокроты. От мокроты, да. И, ну, а Ванюша, мы уже вам рассказывали, что Ванюша своей фигней болеет уже не первый раз, которая из-за того, что сопли у него опускаются, и, в общем, у него происходит воспалительный процесс в горле. Вот, но ему уже получше, температура у нас уже второй день, да, или третий не поднимается у него. У меня и уже тогда не было температуры. Вот, так что мы идем на поправку, долечиваемся, и вот сегодня мы поехали, сдали кровь на полный анализ всех витаминов, минералов, в общем, все, что у нас в организме есть, чтобы проверить, все ли в норме, может, что-то нужно попить, что-то добавить, что-то убавить, ну, в общем, полностью всю картину посмотреть, и на следующей неделе уже будут готовы результаты, сегодня пятница, и уже на следующей неделе будут готовы результаты, и мы поедем на визит к врачу, который нам все расшифрует и скажет нам, все ли хорошо, стоит ли что-то пить дополнительно и так далее. То, что вот такие вот новости. А у Ванюши, мне кажется, мы тоже уже рассказывали, через неделю, 22 числа, тоже на все кровь будем сдавать. И на аллергены, и на витамины, и на усваиваемость, в общем, на все. Вот. И впереди нас ждут выходные, понедельник. Понедельник точно выходной, насчет вторника не знаю. Возможно, в каком-то селе вторник тоже выходной, но потому что, который кондиционер устанавливает, он сказал, что они только в понедельник не работают. Вторник, и уже у них рабочий да, день. Да, они во вторник привезут, привезут сами кондиционеры, вторник, а в среду они пойдут начать устанавливать. Вот, едем в Меркадону, хотим купить ягоды, рыбу, овощи нужно купить, наверное, сок апельсиновый возьмем. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Я еще хочу квашеной капусты. Сейчас возьмем еще капусту квашеную. В общем, много набирать не будем, по чуть-чуть, потому что мы сейчас что-то вообще так немного едим, что, ну, не успеваем продукты съедать, поэтому сейчас лето, жарко, и плюс мы болели, и как-то аппетит не особо прям такой, как зимой. Зимой постоянно хочется есть какие-нибудь салаты майонезные, какие-нибудь картошечку, супчики, что-нибудь такое горячее. Сейчас не особо. Так что мы вот так вот. Тут рядышком. Мы уже дома. Мы закупились всего две сумки, так что, в принципе, хорошо.
Вот что мы купили. Мы заехали, купили нашу клубнику. Она сладкая, как мед просто. Ну, очень вкусно. Мороженое, паштет, чищенный уже ананас, авокадо, бананы, лук, томаты черри, перчики, спаржа, черника. Тут различные сыры. Потом что? А, это инжир ванился. Ну, сейчас очень сладкий прям сезон инжира. Малина тоже очень вкусная. Фарш, рыба, яйца, тунец, набор овощей, кефир делаем оладушки, спрей оливковое масло, потом тут огромный помидор. Гигантский просто. И вот такие вот помидорки поменьше. Хлеб, 2 пакета салата, варенье малиновое, овсянка, сок огурец, кофе, хлопья. И тут немножко стиральный порошок для белого белья, гель для душа, спрей от мух у нас на кухне. Меня раздражают мухи, потому что там спрей какой-то для волос взяла. И пахучки для туалета взяла наверху и внизу. И все. И все. И все. И все, еще закрутила посудомойку и включила ее. Вот, Ванечка хочет кушать, так что мне нужно сейчас его накормить. Ну, мы тоже хотим. Нет, ты не хочешь? Ну, я хотя бы кофе хочу. Хотя бы кофе. Кофе, да. Клубника, вот, мы покупаем именно у нас. Тут и она. И, кстати, последнюю забрал. Да. Сказали, что сегодня должны будут завести. Не знаю, завезут, нет. В общем, она реально очень вкусная. В магазине такую не купишь. Но они ее перепродают потом на рынке. Только я не знаю, на каком. Ну, на нашем точно есть. Еще куда-то они, скорее всего, отвозят. Там мы напрямую покупаем. Да, мы напрямую там. Отлично. 8 евро получается вот такая коробка. Килограмм, да, наверное. Да, 250, ну да, килограмм. Мы сели есть арбуз, но он просто отвратительный. Это просто такой какашечный арбуз. Мы такой очень давно не ели. Короче, мы решили его полностью весь выкинуть. Жалко, конечно, но его есть невозможно. Просто невозможно. Мягкий, не сладкий, какой-то весь... Жалко, мы думали, мы с таким предвкушением с Ваней его разрезали, думали, вот, сейчас как насладимся. Фигня. Только что покушали. Ну, подожди. Я засняла арбуз. Мы же арбуз. Арбуз выбирал я звонкий, классный, но невкусный. В общем, ну, у нас есть выход из положения. Тортик. Катюшка приготовила мой любимый вафельный со сгущенкой. Еще и орал сюда. И твой тоже? Ты тоже такой любишь? Так он такой еще ни разу не ел. Ну, очень любишь, да? Они можно не кушать. Да. В общем, очень вкусный тортик. Я такой люблю. Я тоже. Ничего сложного, но я очень вкусно. Я тоже такой люблю. Ты тоже любишь? Кушай. Как покушаешь, тоже будешь с нами тортик есть. Вы ставите? Конечно. Ну, если хотя с папиным аппетитом. Не-не-не. По чуть-чуть, да? По чуть-чуть, конечно. Ты не будешь кусать. Вот, это мой кусочек, а где твой кусочек? Просто чай и поблизываю тарелку. Да, я тортик съем, снизу станет след от тортика. Где тортик? Да, это будет мой. От чая! Ладно, ребят. Всем приятного аппетита. Будем есть тортик. А ты кушай. Че так долго кушаешь? Не знаю. Не знаешь? Че ты не знаешь? Я долго кушаю. Долго кушаешь. Я долго кушаю. Да, я буду. Ребят, детки у нас уже спят. Время на самом деле уже поздно. 11:30 почти. Вот мы тут с Катюшкой сидим под кондиционером. Балдеем. И, ну, конечно, он такой шумный. И сейчас стоит режим бесшумный. Да, он очень громкий. Но здесь очень свежо. Тут, вы смотрите, выставлено 16 градусов. Вот и стоит тихий режим.
Но даже при наличии кондиционера в доме температура 27. То есть он весь, ну не весь день, вторую половину дня работает, не может охладить, потому что плюс у нас открыто, здесь двери нет. Ну, я не стал ничего ставить, потому что это все равно, ну, в принципе, здесь комфортно. Единственное, что кондиционер кушает достаточно много. И сейчас у нас расход такой приличный. Наверху у нас там сейчас окна везде открыты, ну, там более-менее нормально. Ну, конечно, здесь просто в зале самая жаркая комната, на самом деле. Мне кажется, да? Да, самая-самая жаркая. Почему-то она не так хорошо продувается, потому что наша комната, открываешь окна, и, ну, плюс-минус она продувается. Здесь как-то открываешь окно, открываешь дверь, открываешь это окно, не очень хорошо продувается. Но, мне кажется, когда уберется стена, и мы будем открывать ту дверь, и, например, вот это окно, то, я думаю, будет хорошо. Мне кажется, будет нормально. Мы еще вчера планировали, и сегодня съездить куда-нибудь вечером прогуляться, а потом съездить где-нибудь, может быть, покушать, там, может, что-нибудь попить. В итоге вчера у нас не получилось. Почему вчера у нас не получилось? Ну, Саня легла спать и не проснулась. Да, и мы не стали ее будить. А сегодня пошел дождик. Я, когда он закончился, ну, уже было достаточно поздно. То есть, ну, все равно нужно как бы ехать так, чтобы... Ну, все-таки детей нужно, ну да, чтобы дети не очень поздно, потому что потом вернемся нехорошо, режим не хотим забивать. Вот, так что завтра вот Катя сидит сейчас, выбирает, куда мы поедем, именно завтракать, да? На завтрак? Да, на завтрак. Поедем куда-нибудь позавтракать. Совсем? В наших селах прибрежных вообще ничего. Либо не ведут, да, активно. Наше много мест, которые вообще ничего не ведут, никакой активности в социальных сетях. Да, их нереально найти. Но я хотел тебе предложить тот ресторан, в который мы хотели сходить уже давно. Какой? Это на обед? Нет, там. В Рокко. Да. Но понедельник они выходные, а сейчас суббота, воскресенье, праздничные. Ну, я на завтрак не знаю, может, у них вообще завтрака нет. Ну, я так не иду завтрак. Ну, короче, ладно, ты сиди, выбирай. Я пока... Давай в Барсу поедем. Не, ну тогда не просто покушать, что-то там еще потусить придется. А то как бы просто либо ехать. Либо вот сейчас поищу, может, в Мотороле есть что-нибудь. Посмотрю. А я, наверное, пока запущу. Мы фильм досмотрели наконец-таки, который 4. Сколько мы дней его смотрели? Очень долго. И в итоге такое разочарование. В конце просто. Ну, то есть, ну, я все-таки надеялся, что, может, какая-то задумка будет. Ну, что нетипичный будет фильм, а на самом деле оказался обычный, в которых там заложница, куча таких фильмов, где супергерой. Как бы обычный человек, но он выглядит как супергерой, все ходит, стреляет, убивает, и ему нет равных. Короче. Да, он весь такой крутой, непобедимый. Один против 500 человек и раскидал в одной только левой. Пока-пока.